День открытых дверей, открывая сезон мороженого 2014 года. Ну, многие из вас, я думаю, что на России из вас знают, что такое предприятие. Нет, вы посмотрели, у нас максимум закрытые процессы все. Максимум. Чуть-чуть, можно чуть-чуть. Более того, еще раз, если мы вовлекаем персонал максимально для того, чтобы они гордились своим производством, мы сейчас планируем, проводить экскурсии для детей наших сотрудников, чтобы наши сотрудники приводили детей и говорили, вот я здесь работаю, это вот мороженое я выпускаю. Я думаю, это о многом говорит, да? Но если говорить о каких-то технических вещах, у нас в фабрике везде есть система видеонаблюдения, которая записывается, хранится, и даже если происходят какие-то сбои, ну, как правило, это технические сбои, там, поломка, мы смотрим, анализируем, что произошло. Поэтому персонал – это вопрос номер один. Мы работаем с персоналом, уважаем, ценим, обучаем. И надеемся, что еще о продуктах, которые используются в производстве, то есть омские производители, как вы понимаете, участие в работе, поставщиками являются ваши? У нас, конечно, например, я еще раз говорю, натуральное молоко ООО «Ренессанс». Это молоко с наших ферм, которые собираются по сферам Омской области. Масло периодически мы закупаем у наших поставщиков. Ну, сейчас я не могу сказать, калачевское или какое-то, но у наших поставщиков мы масло берем. Сухое молоко, когда это необходимо. Работает? Угу. Спасибо. А сколько молока вы берете? 60 тонн в сутки мы берем максимально. В год не могу сказать. И сколько там оказалось молоковозов подъезжает в день? Ну, 3-4, в зависимости от емкости машины. А вот здесь сказано о проблемах, что там была закрытие почетовой торговли, это все негативно отразилось, да? Как это вообще отразилось на производстве?
Да, это был серьезный вопрос, там связано было с запретом торговли табака и... Соответственно, да, вы лучше знаете. Соответственно, вот это, конечно, тоже отразилось, но... А в чем это отразилось? Не на производстве, а на продаже, на продаже в большей степени. А в этом как-то благоприятно будет человеку? Я надеюсь, что все-таки погода в этом году... Ну, с точки зрения законодательства я моментов не видел и не слышал, поэтому все-таки в первую очередь это погода.